О, дружок мой, давно мы с тобой не виделись. Буквально 4 дня. Настя, все сложила? Да. О, вы уже тут, что ли? Ну тогда погнали. Ребята, всем привет, вы на канале «Семья на чемоданах». Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь, если еще не сделали. Я вас приглашаю в новый выпуск. И куда же мы едем? Ха, едем мы в Подольск. Взгляните. Ехать нам, ребята, 1321 километров, 14 часов. Погнали. Смотрите, значит, в Кореновске, на выезде, получается, есть ближайшая по пути заправка Роснефть. Мы на него... Опа, мы на нее и заезжаем. Дизель здесь 47, 85, 95, 50, 70. Сотый, 57, 40. Итак, мы заправились. Смотрите, вышло у нас на 4121 рубль. Залили мы... Так, сколько мы залили-то? 86 литров. Мы продолжаем дальше путь. Погнали заезжать на платную дорогу. Так, до Ростова нам, по-моему, осталось километров 20. Все боятся Ростовскую область. Фух, 200 километров проехали, а что-то у меня... Задница затекла. Еще и на улице душно. Я не знаю, мы выезжали, была одна температура, сейчас уже градусов 30. Духота. Солнце вот не светит, но тупо. Духота. Смотрите, какая там погода. А еще мы забыли с собой стол. Ну как забыли? Мы просто его с Настенькой друг друга не поняли, и я его просто не взял. Вот как и людей сейчас бы здесь разложили. Причем посуду походную мы взяли. Сейчас будем как-то здесь раскладываться. Плиточку, чайник, гречка, курочка. Короче, ржу не могу. Достал горелку. У нас нету зажигалки. Настенька захотела чай. А чай мы не взяли. Настя, мы еду хоть не забыли? Да не знаешь, проверим. Короче, жесть. Прикол. Ладно, сворачиваемся. У нас дома там. Потому что торопились, правильно Артем говорит. Так, смотрите, у нас на обед, значит, гречка с курицей. Это Настенька сегодня приготовила утром, и мы взяли это в дорогу. Вот, отличное решение, пользуйтесь нашими советами. В общем, мы купили чай на заправке. 60 рублей один пакетик. Как целая пачка почти. Вот. Ну, как говорится, скупой платит дважды, а дурачок трижды. Вот мы из дурачков, блин. Пока проезжали пост, Родион уже готов. А Артем еще тянет. Да, тянешь кота? Да. За хвост. Так, ну и Настенька тоже почти готова. Хотел сказать, я тоже почти готов, но нет. Мне еще ехать и ехать. Еще 1000 километров. Так, ребята, вот кто будет ехать в сторону юга и сейчас смотрите данный видеоролик, вот смотрите. Идет мощнейшая реконструкция на этом платнике. И вот сами видите, какой большой хвост. Так, делаем мы, значит, вторую остановку, как говорится, по нужде детворе. И заодно сделаем перекус яблочки, бананы, фрукты. Ну вот, видим, всех кошек смыло. Красота. Ну, конечно, ливень не заставлен, как она нас везде стороной капкает. Но дорога мокрая здесь, прям нормально так. Дождик полил. Посмотрите, какой прекрасный закат. Все, сейчас буквально через полчаса стемнеет, будет темно.
сейчас уже 10:30. Детвора уснула. Вот, а Настенька на меня прям по лицо мне фонарем светит. Чтобы хоть что-то было видно. Нам осталось совсем чуть ехать, примерно 220 километров, и все, и мы добрались. Выехали мы без 5:11 из двора. Вот, сейчас время без 20:00. То есть, по сути, за 13 часов мы доехали, ну и плюс час на перекус, там, на обед. Вот. Едем на отдых дикарями в Московской области. А еще мы едем куда, Тёма? Рыбачить на рыбалку. В общем, мы сейчас в гараже закидываем все, что нужно для такого отдыха, но не на несколько дней, а просто для мини-отдыха. И уже там, когда разложимся. Хорошо. Не надо. И когда мы там разложимся, я вам чуть попозже покажу, что берем как мы, так и наши родители для такого отдыха. Мы заехали в Клёново, и, кстати, Клёново считается вообще Москвой. Ну что, вот мы подъезжаем к месту, на котором мы любили отдыхать, когда здесь жили. Мне кажется, вблизи Подольска самое нормальное. Так это вот деревня Зыбино или село Зыбино. Все, мы, в общем, заехали, вот так припарковались, вон там детвора сейчас будет рыбачить, а мы с вами вон там сейчас развернем такой мини-лагерь, сделаю обзор этой палатки. Родители говорят, что она великолепная, что там на 7 мест, ну посмотрим вместе с вами. А начнем мы с самого основного, это туалет. Вообще этот вопрос беспокоит абсолютно всех, кто хочет выехать дикарями с палаточкой, да, и первый вопрос, ну, особенно у женского пола, где ходить в туалет. Вот, ребят, я вам покажу сейчас, соберу и покажу, что есть вот такой вот палаточный туалет. Вот и все. Видите? Вот так сюда зашел. В полный рост встал. У меня 174 рост. Все. Сюда сейчас встанет специальное ведро. Туалет. Сейчас я вам тоже покажу. И все. И вопрос с туалетом решен на отдыхе. Вот когда вот хотите вот так отдыхать с палаткой дикарями. Так, и вот про что я вам говорил. Берется вот такое вот ведро. Оно называется ведро-унитаз. То есть вот у нас ведро, оно меньше и удобнее получается. Оно где-то вот так вот. Сюда набирается вода и добавляется средство специальное для биотуалетов. Вот так вот, хоп. И все. И ставится. Вот так вот поровнее, чтобы было. Вот, все. Хватил растяжек? Да. Так, и давайте попробуем начать раскладываться. Она не надувная, она также с прутиками. Не знаю, как ее в одного ставить, но мы сейчас будем устанавливать ее все вместе. Так. Раз пытаюсь развести костер, да, Родион?
без розжига, с сухими палочками. Посмотрим, как получится. Так, мы подумали, что у нас будет и мясо, и овощи, поэтому я решил мангал развести. Он стоял вот тут брошенный, мы его быстро себе пристроили. Мы всегда с собой возим вот такую вот плитку. Она недорогая, что 900 рублей стоит. Сюда подключается газовый баллон и вот этими лепестками защита от ветра. То есть газ у вас в пустоту не расходуется. Вот так вот вкручивается. Так, многие в выпусках просили показывайте, что вы готовите, когда отдыхаете. Показываем. Взяли мы вот такой шашлык в пятерке. Здесь, значит, 800 кило. Ну, выглядит нормально. Конечно, лучше всего мариновать самому какую-нибудь шеечку. Вот, но, увы, мы торопились. Вот, сейчас немножко угли остывают и закидываем в этот мангал. Здесь будут овощи. Какие овощи, покажу. Так, смотрите, вот этот шашлык уже в действии. Одна сторона даже прихватилась. Ну, сейчас попробуем, что за мясо. Состав, конечно, капец. Так, ну, конечно, традиционно вот картошечка. Здесь уже грибочечки, шашлык. Сейчас еще будут кабачки. Смотрите, из ништяков это то, что здесь есть органайзер. То есть вот так вот у вас. И вход в саму палатку, он не полностью как бы открывается, да, а именно по... Получается по двум дверям. Смотрите, вот раз, получается дверь. И вот вы зашли в палатку. У вас тут есть дно, то есть это может быть ваша большая палатка. Либо ее даже можно вот так вот разделить. Смотрите, как здорово. Здесь будет, например, для одной семьи матрас. И на этой стороне для другой. И, соответственно, вот в другой комнате тоже есть дверь. И дверь с москитной сеткой. Как вам по удобству? Напишите в комментариях. Это как бы, ну, не прям стенка, да? Но, тем не менее, вот оно все растягивается. Колышки вбиваются. И прям огонь. Ну, собственно, смотрите, вот такая палатка получилась. Брезент мы вот все-таки положили, чтобы это тоже максимально показать. Ну, интересно. Вот. Сейчас я вам с высоты покажу, какими она обладает действительными размерами. С высоты, наверное, будет поинтереснее. Почти готова картошка, доходит последняя партия кабачков, а рыбы до сих пор нет. Родион, ты рыбу поймал? Нет. Пока нет? А будет сегодня вообще? Неизвестно? Да, можно. Так, ну что, вот дети кричат,
О, ес. О, это же этот. Окунь. Окунь. Ничего. Я же говорю, я хочу окуня, понимаешь? Нормас. Смотри, он острый. Надо отпустить его, надо отпустить его. Не надо! Он маленький. Мы так долго ловили, мы что? Нет, надо отпустить его, надо отпустить его. Мы так долго ловили, что... Детвора собралась. Вот. Потрясающий денек у нас сегодня выдался в Подмосковье. Даже не ожидали. Дело идет к закату. А у нас к завершению этого пятничного уикенда. Мы сели в машину и просто охаем-махаем, потому что все нагрелось, садиться невозможно. Торпеда нереально горячая. А потому что в Москве какой-то температурный рекорд. Но сейчас 42, но не 42, сейчас мы поедем. Будет писать 32. 32 точно есть. Жесть. Мы заехали в Истру. Кадры с воздуха, ребята, будет приятно почитать в комментариях, пишите. Это также помогает в развитии канала. А пока вы смотрели, мы уже выехали за город Истра и подъезжаем сейчас к поселочку, где у меня живет брат со своей семьей. Живут они в своем доме. Вот сейчас тоже немножечко вам покажу, куда мы в итоге приедем. Кто тут жил в этом поселке? Чехов. Вот начинается, видите, Бабкина. Бабкина, ребята, жил Чехов и писал свои самые крутые рассказы. Вишневый сад, никак не могу. Вот. Сюда мы заезжаем. Все, приехали. Две семьи. Все, отправляемся на Истринское водохранилище. Оно здесь недалеко, буквально 5 минут. Хочу вам показать там пляжи. Вместе искупнемся. Возможно, возьмем что-то на прокат. Короче, проведем классное время. Ну, а вы вместе с нами. Погнали. Короче, вот тут такая база. Вот они расценки. Да хрена, конечно. Вот так вот, смотрите. Жесть. В общем, ценники я вам показал. Мы сейчас вот так паркуемся. Здесь нет никакой парковки, да, как прям минус этой базы. И на территорию въехать тоже нельзя. Хватаем детей и пойдем смотреть, что там за пляж. Я поначалу немножко расстроился, мол, типа 350 человек, а сейчас вот попав на территорию, я как бы окей, понимаю цены, что действительно, вот вы заходите, здесь, да, дополнительно есть еще расходы, типа там аренда катамаранов, лодка, но в целом, вот, территория, ребята, ухоженная, всякие развлечения, как для взрослых, так и для детей. Вот, и домики, конечно, вот такие. Ну, по крайней мере, знаете, как покрашены, свежая краска. Да, видите, вот так вот можно установить палаточки, специальные места вот даже есть под палатки, и вот сколько людей, все купаются, да, клево, пойдемте. Так, ну что, давайте попробуем искупаться, пацаны уже с Вовкой побежали. Вот они всякие лодки, которые можно взять, и катамараны. Да, это вам не море, как говорится. Ладно, все, меня намочили, тоже делаем заплыв. Раз, два, три. Теплющая. Так, здесь есть вот такой вот мостик, пирсик. Сейчас попробуем с него прыгануть. О, парни ныряют.
Значит, и мы ныряем. Так, я надеюсь, ты не упадешь. Так, все. Раз, два, три, ныряешь? Сейчас. Раз, два, три, погнали. Ух, давно не нырял. По традиции два раза. Так, мы, короче, переместились, мы сгоняли домой, взяли лодку, спасибо, кадр испортил мне, да. Вот, она надувная, не моторка, но покататься нам сейчас хватит. Садись, Артём. Садись, Родион. Это мы вот так вот будем плыть по воде. Да, вы теперь вот сюда, на самый край, садитесь сюда. Бегом. Кто? Вы вот сюда садитесь вдвоем. Прям на попу. И не прыгать. На попу садись, ноги выпрямляй. Опа. Коленку убирайте. Ну все, теперь поехали. Я вам покажу Истринское водохранилище с воды. С воздуха показал, под водой показал. Теперь еще и с воды покажу. Вот смотрите, вот тут вот база. Здесь у них есть вейкбординг, у них есть гидроциклы. Короче, здесь прям такая классная атмосферка. Но в этот раз мы сюда не попадаем. Отдыхаем именно на этой базе. Так, смотрите, а вон там вот шлюзы, их было видно с квадрокоптера, соответственно, вот с этого краю, получается, там бесплатный пляж, но там очень-очень много людей, поэтому лучше 350 заплатить и целый день наслаждаться. Как, пацаны, вам? Класс? Да, ну и деньги за лодку платить, наша лодочка молодец. Да. Ой, Родион, видишь, вода не поднимается? Это не вода, это смешно. Так, первый идет купаться, Вован, давай. Да? Аккурат, держись, Родион. Можно? Не дай бог, да. Оп. О. Мама, там глубоко. Пропал с лорадара. Естественно. Очень? Ну, конечно, дна-то да, нету. Но зато там как чисто и классно.
Да, все, сейчас пойду я. Тёмка тоже решил искупаться под чутким моим руководством. Хопа, за веревку. Вот так вот, шикс. Опа. Ты пойдешь, сынок? Да? Сейчас. А, следующий пошел Родион. Давай, окунайся. Вот так вот. Он сейчас волны вот будет от катера. Вот так, так, все, залазь. Ребят, скорее! Все, садись. Садись. Она сейчас на берег-то не унесет. Так. А вот волны вот. Сейчас. Видите, поймаем. Здесь катера, вот у них зацеплены доски. Но это в данном случае едет ватрушка. Давай, Вова! Ты чё? Не, на сюда вообще неудобно залазить. Вот так. Ну тогда все, слышишь? Тогда мы поплыли без тебя. Ладно, мы сейчас с вами тоже обязательно скупнемся. Садись, на телефон мы держи. А я пошел нырять. Держи. Это от тебя. Нет, от катера. Ты все раскачал. Так, а ты с камерой опять? Очки. Конечно, я всегда с камерой. Держитесь крепко. Крепко, крепко, держимся. Так, нет, я нырять не буду, не дай бог перевернется. Просто вот так сейчас. Хоп. Все, ребята. Один, два, три. Снимает? Снимает. Погнали. Классно. Прекрасно. Ух. Я 100 лет не купался вообще в озерах. Фух. Что-то последние года все на море, да на море. Ах. Класс. Ух. Ух. Давайте вот так. Раз, два, три. О, хорошо. Фу. Ты под лодкой поплывешь. Я под лодкой проплыл? Я бы так бы там торчал бы в воде, на самом деле. Что там? Папа, давай, залезай! Папа, сейчас. Фу. Слушайте, сейчас знаете что, наверное? Мы же поплывем чуть подальше к тому берегу и посмотрим, как там. Так, ребята, я, в общем, вообще решил даже не вылазить из воды. Я просто так зацепился за лодку и тащусь за ней. Да, парни? Да. Вот так это выглядит. Воу! Фу. Вот, посмотрите, мы подошли уже к этому берегу. Людей много. Вот там вы можете разглядеть, люди с палатками стоят, видимо, надолго. Лесище такой мощный, густой. Класс, вообще смотрите, какой берег великолепный. Вон туда дальше можно уплыть, прям по руслу этого водохранилища. И вон там, где были мы, отплыли достаточно далеко. Вон Иван занырнул. Мы доплыли до этого берега, и здесь видите, какой заход. Здесь камни и водоросли, но не везде так. Это вот тут такой клочок, а вот там уже по песчане, но все равно есть камни. Здесь вот много людей стоят именно с палатками. Классно сюда приехать, дикарьком отдохнуть. Где закат будет? Потусовались мы, в общем, на этом берегу. Этот берег, да, вот сюда вот нужно приезжать палатками, потому что здесь нету никаких деревень с той стороны, он прям дикий берег. Вот видите, как люди отдыхают там. Последок я хочу вам показать Иснинское водохранилище на закате. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока! Растворюсь в этих красках дня, развенчаю миф про себя и без себя. И пусть все нелегко и как-то рвано, меня излечит собственные раны.
Склоняться по пятам и тут, и там, по чердакам, по городу, столице, напиться и, как говорится, быть вечно молодым, вечно пьяным, быть одиноким, одиноким и странным. Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? День к концу, ждать тебя, и огни горят. Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад. Где же ты, моя нимфа, что околдует этот мир собой? Не хватит только взгляда, и можешь делать все, что тебе надо. Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты?